Внеочередное заседание Думы Владивостока состоялось 18 июня. Депутаты рассмотрели внесенный еще 27 мая проект решения о назначении дополнительных выборов депутата Думы Владивостока по одномандатному избирательному округу номер 9 в Первомайском районе. Необходимость в таком решении возникла из-за досрочного прекращения полномочий одного из депутатов. Народные избранники также единогласно утвердили единый день голосования. 8 сентября названо днем проведения выборов. Почти все парламентские партии определили со своими кандидатами. В начале июля состоятся конференции по их выдвижению. Сегодняшнее внеочередное заседание Думы города Владивостока посвящено, как вы знаете, да, объявлению даты до выборов в Думу города Владивостока по 9-му одномандатному округу. До выборы в Думу Владивостока пройдут в связи с тем, что единорос Александр Щербаков, представлявший в Гордуме часть Первомайского района, в прошлом году победил на выборах в законодательное собрание Приморья по Хасанскому муниципальному району и Фрунзенскому району Владивостока. Соответственно, согласно кодексу избирательного Приморского края и уставу города Владивостока, дата объявления до выборов в Думу города Владивостока должна быть назначена не ранее, чем за 90 и не позднее, чем за 80 дней до основного дня голосования. Все кандидаты в Думу Владивостока сейчас проходят согласование с Москвой. Политологи, между тем, считают, что на грядущих выборах много шансов у самовыдвиженцев. Светлана Садовая, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.